В этом году на конференции Young Explorers отправной точкой для всех докладов стала Россия. По мнению организаторов, современным детям важно уметь рассказывать не только об англоязычных странах на иностранном языке, но и о своей культуре, социальной сфере и жизни в своей стране на языке, понятном жителям других стран. Жюри сегодня будет оценивать их выступление по разным критериям, их презентацию, то есть умение донести до слушателя весь материал, и продукт проекта они должны представить. Это будет как сама презентация, так и какой-то материал, который они подготовили. Например, это может быть и кроссворд, и, допустим, там какие-то плакаты. Всего попробовать свои силы в конференции решили около 15 учеников школ города. Темы школьники выбирали сами. Единственным условием при подготовке стала задача провести сравнительный анализ культурных и социальных явлений России и стран Запада. Таня Пешехонова выбрала для себя совсем не женскую тему – сравнительный анализ вооруженных сил Российской Федерации и Великобритании. Я буду рассказывать, кто является верховным главнокомандующим, зачем нужны вооруженные силы, что это такое. Для чего они нужны? Темы докладов были разными. День матери в России и США. Сравнительный анализ праздника Пасхи. Иностранные заимствования в спортивных терминах. Мои любимые мультфильмы в этом докладе сравнивались «Ну погоди» и «Том и Джерри». Были и более глубокие и неоднозначные работы. Моя работа про оттенки цветов русской поэзии о природе и перевод их на английский. Я выбрала эту тему, потому что мне нравится стихотворение «Русские о природе». По словам участников конференции, победа – это то, к чему следует стремиться на подобных мероприятиях. Но важнее – это подготовка и выступление. Только так можно больше узнавать и набираться опыта. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.